järjestäjän vastuun vakuutuksen? Значит, в правилах написано, что каждый беговой день должен быть организаторами за страховку. Eli sen vastuuvakuutuksen tarkoitus on turvata ne vahingot ja niiden korvaaminen, jotka voi syntyä järjestäjän huolimattomuudesta tai virheestä. Это страхуют организаторы себя, если на причины несчастного случая, если вдруг что-то случится. Esimerkiksi jos hevonen pääsee tallialueella irti ja järjestäjä ei ole huolehtinut riittävästä aitauksesta, se hevonen tulee yleisön joukkoon ja joku yleisöstä vahingoittuu, niin se järjestäjän vastuuvakuutus korvaa sen. Значит, ну такой пример. Если лошадь у вас вдруг убежала из конюшни, и организаторы не организовали вот в этом месте именно заборчик, не поставили, то это как бы они должны будут виноваты. И эта лошадь побежала, и нечаянно там люди были, кто-то пострадал. То вот этой страховки должны будут покрыть все эти лечения там или что-то там людям. Toinen vakuutus, mitä ravikilpailusäännöissä edellytetään, on se, että jokaisen ravikilpailuihin osallistuva hevosen omistaja sitoutuu ottamaan hevoselleen Suomen Hippoksen hyväksymän pakollisen kilpailuvakuutuksen. Следующая система – это каждая лошадь, принимающая участие в стартах, должна брать в Suomen Hippos страховку на время, на день старта. Eli jokaisella kilpailevalla hevosella pitää olla vakuutus voimassa. Проверять, чтобы на день старта, то есть они застрахованы всегда, но проверяют, чтобы на день старта у лошади обязательно была страховка. Käytännössä se tapahtuu sillä tavalla, että kun hevonen aloittaa kilpailemisen, se ilmoitetaan ensimmäiseen kilpailuun, Hippos lähettää vakuutusmaksulaskun heti kilpailijalle. И происходит таким образом, когда вы записываете лошадь на старт первый раз, Suomen Hippos записывает вашу лошадь и автоматически тут же ее страхует и высылает вам счет за страховку. Eli se vakuutus tulee voimaan heti ensimmäisessä kilpailussa, kun se vakuutusmaksu on kilpailijalle lähetetty. И он вступает в силу с этого момента, когда на первые бега лошади, когда отправили счет хозяину. Митас Хинта. Понимаете, в чем дело? Сейчас он вам скажет, но это вам не даст ничего. Наши деньги – это наши деньги, у нас все по-другому. А ваши – это ваши. Ну хорошо, я скажу, что я получаю 1000 евро. Вы скажете «О!» А я скажу, что я за дом плачу 800. Вы скажете «О!» Вот и все, понимаете? Нельзя сравнивать. Даже приблизительно нельзя сравнивать. Оно все равно не будет соответствовать. Одно другому. Тут одно к другому не приставить, понимаете? Нет, ну сумму страховки мы вам можем озвучить, но они вам-то они ничего не дадут. Это не показатель. Tämä ravihevosen kilpailuoikeus ja vakuutus maksaa tänä vuonna 53 euroa. Ну, могу сказать, очень смешная цифра. На год страховка для лошади стоит 53 евро. Ja tämä pakollinen ravikilpailijan vakuutus käsittää sekä hevosen ja kilpailuvarusten vakuutuksen että ravikilpailijan eli ohjastajan vastuuvakuutuksen, ohjastajan tai valmentajan vastuuvakuutuksen. Значит, ну это страховка действует на период бегов, вот на период старта лошади этой, именно, то есть страхуется именно этот момент. Нет, нет, это на год, но на все старты. Когда она у нас дома будет, она не, эта страховка не работает. Эта страховка работает на случай, когда бега идут. То есть вот она въехала на конюшню на время бегов, и вот с этого момента, как она оказалась на ипподроме, в беговой день, когда она записана, эта лошадь застрахована до того момента, когда она выехала с территории ипподрома. Все.
Дальше уже будет уже ваша ответственность. И у каждого хозяина, смею вас уверить, есть отдельная страховка на свою лошадь. Это уже другая песня. Ja tuo hevosvakuutus, eli tämä pakollinen vakuutus, se korvaa hevosen tapaturmaan tai tapaturmaan sen kuoleman. Eli jos sille hevoselle sattuu tapaturma, tai se kuolee, niin se korvaa. Что-то с ней случится, она поранится или, не дай бог, умрет. Kuolintapauksessa maksimikorvaus on 20 000 euroa. И она тогда вам заплатит 2000. Eli korvataan sen hevosen arvo, mutta enintään 20 000 arvosta. Joo. Jos haluaa suuremman henkivakuutuksen hevoselle, niin pitää ottaa erillinen vapaaehtoinen vakuutus. Если вы хотите большую сумму или что-то там другое, тогда у вас есть право застраховать лошадь, ну, как бы отдельно. А это обязательная страховка на беговой момент.